Алексей, в какой раз вы на бое Федора будете? Ну, в Америке, вот если американские считать бои, то третий раз. До этого были на каких? Чикаго, Нью-Йорк. Нью-Йорк это получается с Митрионом, и Чикаго это с, это с Миром, вообще, я так понимаю, ну, или там, нет? Да, давно. Ага. Вот. Но, к сожалению, первый бой, который я посетил в Федя, не выиграл, а второй выиграл в Нью-Йорке. Вот сейчас надеюсь, что все прошло достойно. Ну, самое главное, чтобы не было травм. Не было травм. То есть вам самое главное, чтобы у Федора все было хорошо со здоровьем, а результаты это уже, так скажем, результаты, он все уже доказал, что можно. Но, конечно, мы все приехали для того, чтобы поддержать его. И, конечно, хочется, чтобы он выиграл, безусловно. Но в любом случае, чтобы не было травм. А как давно вы с ним знакомы? С Федором я знаком. Мне такое ощущение, что я с ним знаком всю жизнь. Ну, потому что в России же ведь его, так скажем, широкой публикой узнала где-то году в 2007-м, где-то ну, так. Ну, да, я где-то, наверное, в 10-м, в 11-м, наверное, году, вот так вот. Ближе к тем годам. Часто видитесь в повседневной, так скажем, если жизни? Если честно, нет. Не часто, потому что, ну, Федя, у него очень плотный тоже график, и... У меня есть время, было желание для того, чтобы приехать сюда. Легче здесь увидеться, да, чем где-то у нас в стране, потому что он постоянно делает какие-то свои, тоже проводит мероприятия, там, готовится к бою, то есть семья. То есть, ну, тяжело нам все-таки найти там время, но тем не менее мы всегда на телефоне созваниваемся, где-то встречаемся на мероприятиях, поэтому мы всегда в контакте, очень хороших дружеских отношений. Федор перед боем, он вообще какой? То есть он, может быть, раздражительный или наоборот, такой, знаете, же, как я обычно? Могу сказать по себе, потому что я вот сейчас приехали сюда в гостиницу, я думаю, лучше не беспокоить вообще. Вот, я не знаю, вот что касается меня, вот мне легче, когда я вот сам настраиваюсь, когда есть команда людей, мои ребята, с кем я тренировался, тренирую, ну, как, допустим, себя ставлю на его место, просто вот очень много людей приехало сегодня болеть за него. И, конечно, повышенное внимание забирает энергию. Мне кажется, не очень будет правильно, что мы его там сейчас едем, привет. То есть, мне кажется, здесь надо, ну, дать человеку сделать свое дело, а уже потом уже можно сказать, уф. По поводу его соперника. Да, сильный парень. Смотрели его бои, да? Ну, я, в принципе, не смотрел, но переговорил с людьми, с профессионалами, кто этим живет. Сказали, что парень сильный. И, ну, Федя со слабыми не дерется. Ну, как бы, поэтому, ну, здесь тут все понятно. Поэтому, ну, просто надо делать свою работу. Я думаю, что и у Феди, у нашего американского коллеги, есть хороший шанс, потому что это спорт, это неизвестно. Можно вести весь матч, а в конце пропустить и там, расслабиться чуть-чуть, да, и все, и получил. Ваш прогноз? Раунд и какой именно исход? Ну, я думаю, как у нас это дело неблагодарное, да, предсказывать эти все вещи. Ну и все-таки. Но я думаю, что кто-то, наверное, все-таки, но не по очкам будет, я думаю. То есть досрочная победа. Или другой, да. Понял.